Первым главе региона обратился житель села Марухи Абуюсуф Качкаров с просьбой о газификации нескольких улиц этого населенного пункта. Рашид Тимрезов поручил региональному Минстрою решить этот вопрос в течение текущего года. К началу отопительного сезона мы обязательно сделаем. Несколько обращений от жителей станиц Карданикская и Сторожевая касались берегоукрепительных работ вдоль рек Аксаут, Бежгон и Кафярь. Глава пояснил, что работы по ремонту дамб уже запланированы и начнутся в ближайшее время. А вот обращение Фатимы Хубиевой касалось другой, немаловажной темы – трудоустройства. В 2018 году у меня сын закончил академию по специальности инженер автомобильного транспорта. А в районе найти работу очень тяжело. Поэтому я просила как бы посодействовать вас о временном пока хотя бы трудоустройстве сына. Рашид Бориспиевич проинформировал женщину, что с 1 апреля текущего года ее сын может начать проходить стажировку в Зеленчукском АТП. Целый блок обращений поступил от жителей станицы Зеленчукской, одного из самых крупных населенных пунктов нашей республики. Все они касались благоустройства общественных территорий. В нашей стране вообще нет освещения федеральной трассы и нет никаких зон отдыха, необустроенных скверов. Как заверил глава, проект уже готов. К лету будут проведены работы по благоустройству родника и прилегающей территории. Там проведут освещение, установят детские спортивные площадки, несколько десятков лавочек и урн. Торжественное открытие планируется на 160-летие станицы Зеленчукской. Завершающее обращение было от Раисы Дзюбы. К апрелю текущего года требуется квота на операцию глаз. Рашид Бориспиевич заверил, что квота будет предоставлена Раисе Николаевне в нужные сроки. И поручил заместителю председателя правительства Джанибеку Суюнову взять этот вопрос под контроль. Чтобы за 3-4, там, за 5 дней Раиса Николаевна знала, что ей надо ехать, выезжать. А вы, пожалуйста, здесь, если нужно организовать транспорт там, или еще что-то, обязательно организуйте. Всего на выездном приеме граждан было 8 обращений. И, как заверил глава республики, все эти вопросы теперь на его личном контроле, и ни один не останется без внимания. Юлия Житная, Радомир Князев, Архыз, 24.